Христос Бог наш всегда, ныне присно, во веки веков. Аминь. Небесный Царю, православных христиан укрепи, веру утверди, языки укроти, мир умири, святые грации добрые сохрани, прежде отшедшие отцы и братья наши, вселениях праведных учени, и нас, покаяние исповеданий приими. Яко благей и человека любя. Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дуже целомудрие, смиренномудрие, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть мое прегрешение. И не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Славнейшая без сравнения Серафим, Ежествение Бога Слово Родшее, Сущее Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен, причисти Своей Матери, святых славных и святых апостолов, преподобных богоносных отец наших, святых праведных Бог Отец, Акиман и всех святых, помилуй Ты, спасет нас. Яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как получить прощение у Бога в наших согрешениях? В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали очень просто. Прощайте, говорит друг другу, ближним своим согрешениям, и Бог простит вам просто. Всего. Читаем ежедневно молитву несколько раз в день, за каждым богослужением, Отче наш. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. А если не прощаем, то эту молитву мы в осуждении себе молимся этой молитвой. То есть, как я прощаю, я не прощаю, значит, ты, Господи, мне не прощай, раз я не прощаю. Мы не задумываемся, сейчас уже так привыкли, что надо все... Оттараторили, говорит, и все, пошли, вроде бы я исполнил то, что нужно. А Богу-то нужно не наше шевеление языком, а сердце наше. А что исходит из сердца нашего? Вот это нужно. Прости, Господи, мне, но я не прощаю, говорит. Выискиваем друг против друга что-то,
где-то обида такая, ну и начинаем, на весь мир идет это. А ведь просто только прости, и Бог тебе простит. Только и всего-то. И вот церковь поэтому в году один день, в начале Великого Поста, потому что пост дается нам не для того, чтобы нам сэкономить на пище или воздержаться, говорит, для здоровья тела. Нет. А для здоровья души это дается-то. Для здоровья души, не для тела совсем. Вот. Поэтому накануне всегда устроят этот чин прощения, чтобы мы в этот день попросили друг у друга прощения. И не просто только на словах, а действительно так. А то ведь приходится слышать, говорит, я вот вроде бы и простила, говорит, но вот уже много лет, говорит, не могу, говорит, все равно сидит оно это в сердце у меня, вот, ну, там ненависть, недоброжелательство к тому, кто когда-то обидел ее. То это не было прощения, ты не простил. Если простил, то нет его. Ну, долг простил, был должен, простил долг, я тебе простил долг, все. Человек не должен уже, свободно себя чувствует, он свободный от долга. Так и здесь, простил, ты свободный, уже ты не должен больше. Прости ему. И в этот день я даже у вас всех прошу прощения, хотя во время богослужения несколько раз даже за литургией священник просит, где вы услышите, где не услышите, он говорит, все равно, говорит, простите меня, братья и сестры, когда, то сегодня я всех вас прошу прощения, простите, где я подал, может быть, соблазн кому-то, кого-то недобрым, говорится, взглядом, словом огорчил, чем это где-то, вот, поэтому прошу вас всех, простите меня, Христа ради. Сейчас подходите, прикладывайтесь к Библии образом Господа и кланяйтесь мне, просите прощения и обращайтесь у всех также ясно, четко просите прощения. Простите меня, братья и сестры. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Простите меня, Христа ради.
Братья, простите меня, Христа ради. Да Бог простит, ты нас прости. Братья и сестры, простите, Христа ради. Бог простит. Василенька. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Простите меня ради Бога истинного Христа. Простите меня все Христа ради. Бог простит. Бог простит тебя, нас прости. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Да Бог простит тебя, нас прости. Простит. Братья и сестры, простите меня. Бог простит. Марья Барышникова просила прощения у всех. Бог простит. Братьев и сестер, она просила и звонила. Бог простит тебя. Бог простит, нас простит. Бог простит и нас простит.
Бог, простите нас, прости. Братья и сестры, тетя Надя Польгуева звонила, просила за нее попросить прощения. Простите ради Христа, и дочь моя Полина очень прости ты нас, прости. Простите меня ради Христа, братья и сестры. Бог, прости ты нас, прости. Простите меня, прости. Христа ради, с Варварой Николаевной. Да Бог простит вас, нас простите. Молитесь у нас грешных. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Валентина Ильинична и Валентина Дмитриевна тоже просили прощения. Да Бог простит и нас простите. Бог простит и нас прости. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог простит и нас прости. Бог, где прости меня, Христа? Да ничего, Бог простит. Вы меня простите. Бог простит и нас прости. Простите Валентину Ивановну, простите Кравченко и Марию Яковлевну. Да Бог простит, простите. Простите ради Христа. Так, сегодня в 5 часов вечера в Покровском соборе будет владыка и прощение. Я буду там. Кто может, приходите помолиться там в Покровском соборе. Благословение Господне на вас, чтобы благодать человека любим всегда на них истину, веки веков. Аминь.